Всем привет, друзья! Я Анатолий Ольхов, рад приветствовать вас на своем канале «На педалях». И сегодня будет видео о том, как мы толпой собрались в Михайловский карьер с ночевкой. Отличная получилась покатушечка, нас собралась большая компания. Собрались мы через телеграм-группу Николаевскую. Кто еще не подписан, если вы с Николаева, заходите в описание под видео, кликайте на ссылочку и подписывайтесь на нашу телеграм-группу. У нас там часто покатушки, организации, всякие интересные мероприятия. Ну и в конце концов общение. Так вот, шикарная получилась покатушечка. Мы немножечко промокли. Видео будут в разброс, немножечко нарезаны. Возможно, даже будут с других устройств, то есть не с камеры, а с чьих-то телефонов, экшн-камер, камер. Потому что первый день я отвечал за организацию данной покатушки. Скупал продукты, думал маршрут, обдумывал все варианты, что как сделать, чтобы было хорошо всем отдохнуть. И поэтому забыл про то, что мне надо снимать. Я думаю, вы отнесетесь к этому с пониманием. Так что усаживайтесь поудобнее, берите свой вкусный чаечек и погнали. Я там что-то телемпается задин. Сумка упала, все пропало. Привет. Здорово. Да, она шатается, капец. Да все упало. Нет, все пропало. Привет. Привет. Это ненормально. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Неадекваты тут. Тут маршрутка на мне. Как здорово, успел. Толя. Карьер, Алексей. Карьер. Приятно. Привет. Здорово. Во, вот и. Да? И что? Ты скажешь свое оправдание. Я скажу, что я искал колонку, которую забыл спрашивать. А зачем я камеру включал? Чтобы мы привет! Я думал, тут какой-то цыганский табор, у вас там баулы висят. Блин! А ты с сумкой Глова едешь? Let's go! Go, 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 go! Let's go! Давай! Что, друзья, не знаю, будет ли вам меня слышно. Мы выросли на уровень выше, теперь у нас есть сопровождение. Могем, умеем, практикуем. Что, 4.53, мы выезжаем с Николаева. Точнее, не выезжаем, а выплываем. Ветер просто жестокий. Но нам весело. Что там, Сашка, живой? Что получилось? Кого она резко тормознула? Кто? Меня не писался. Ну, вы резко тормознули. Мы тормознули? Мы вообще не тормозили. С почином нас, Сашка уже разок приземлился. Не, это Сашка, вот Сашка. Ты доволен, Леша? Уже немножко дождь моросит. Но мы настроены позитивно. Начался дождь. Все в амуниции, только рандонеры, финишеры, без амуниции. Что, друзья, начался дождь, нормальный такой, сейчас посмотрим на довольные лица ребят. Конфеты! Огромные конфеты едут. Ну что, мы в Новой Одессе. Извиняйте, если картинка немножко смазанная. Сами понимаете, дождь идет. Повытирать нечем, потому что вещи все мокрые. Но ребятки держатся молодцом. Говорят, домой не поедем. Едем куда и хотели, с ночевкой. Ну сейчас посмотрим, в Новой Одессе станем. Но я почему-то думаю, что кто-то таки поедет домой. Вот чуйка у меня. Не все такие отчаянные. Но если все отчаянные, то вообще будет шикарно. Это будет, наверное, самая запоминающая покатушка. We'll be right back.
Что, мы выехали? Ружёные, капец. У меня заднее колесо, смотри. Трубочку. И сейчас такой подъем будет затяжной, не знаю, как мы с этим всем весом будем выезжать. У Васи спустила без камерка. Стоим. Качаемся. По бортам правит. И сейчас нас ждет вот тот подъем до небес. С серпантином и полным бездорожьем. Вас витаю, Миколаевская область. Передним? Что передним? Ты уж передним будешь клеиться. Сейчас приедем, буду клеиться. А, приедем. Передним. Опа! Четко я камеру включу. Опа! Это уже все. Привал. Ты же на дубок. Ну, бывает. Поэтому и упал. Да. Снимаешь? Ну, а что делать? Это еще и люди увидят. Конечно. Толя, мы тебя ненавидим. Твоим родителям именно ссылку кину. Я сам вам покажу. Толя. Что? Ты как всегда знаешь короткую дорогу. Это не короткая, это самая лучшая. Я вижу. Глава! Везе тобі все. Я думал, кто-то уже разговаривает. О! Андрюха! Едить тебя в ухо! На машине по-любому, мы тебя не видели. Неправда, я быстрее вас. Я молния. Молния. Конечно. Занимай место под палатку. Я под гамак уже занял. Я... Тут, наверное, буду жить. Тут муравейник был, я помню. Да. 477 гривен за доставку. Да. Все по стандарту. Блин. Ну все равно. Что, друзья, мы приехали, стали на место дислокации, уже разлаживаем свои дома. Смотрите, сколько палаток, сколько гамаков, все поместилось на площадочке. Чтобы вы понимали, начинается дождь. Хаты переносятся, все переодеваются. Застеляют.
Скотчем. А 3 миллиметра обещают осадков. А это много? Да. Так, что, мы начинаем варить булгурчик. Смотрите, как он подкипает. Сейчас мы его достанем с водички. Откроем пакетики и добавим тушеночку. И будет вкуснота. Смотрите, сколько у нас дров. Наломали, накрошили, пол леса срубали. Все по хатам попрятались, разговаривают. Нахуй, хлопья. Салют из хлопьев. В том числе порвал. Это мой дом, если что. Все, у нас обед. Такой вот у нас лагерек. А тент-то у Сереги промок? Или это так должно быть? Да не твой, твой уже давно промок. Ну что, друзья, доброе утро. Начало второго дня. Сейчас буду просыпаться. Моя очередь последнему дежурить у костра. Буду сейчас готовить завтрак. Доброе утро. Ну что, Толик поварёшка. Начистил, нарезал картошечки, там в пакете валяются. Сейчас жарим сальцо. Будем подкидывать картошечку, жарить вкусную картошечку. И знаете, в чем цинус? Картошки хватит человек на 7. Нас 10. Все еще спят. Мне интересно, какая будет реакция, когда я скажу, что картошки только на 7 человек. Вставайте, берите, кушайте. Кто первый выскочит и как это вообще будет происходить? Потому что трое человек будут есть булгур. Ну, я буду лично булгур кушать. Посмотрим, короче, на реакцию. Мне интересно, вскочит кто-то или нет. Не вскочит, сам все съем. Серьезно. Люди понемногу просыпаются. Это Сашка, вы можете помнить его в последнем где-то, ну, видео 4 назад. Видео 4 назад он со мной ездил вот еще когда-то. Таким вы его и помните. Да. А потом он пропал. Ну, случилось такое. А сейчас вот он опять тут. Кушает вкусную печеньку. А это Сашка. Понял. Вот он был на последнем видео. Сашки даже этого не... А я тут был, представляете? А где это? Когда мы ездили на гонку, на разделку. Привет, он же. И поздравляли Даню с днем рождения. Обиделся, ушел. Глубокой ночи мы молодому подарили сникерс. Его это так растрогало, но он заплакал. Почти, да, плакал. Если б спать не хотел, по-любому заплакал. Круто. Все, лагерь проснулся, конфетки проснулись, сушат фантики, конфетки. Так, одной рукой неудобно, наверное, да, будет спускаться? Ну, надо снимать. Так надо снимать, когда ты спускаешься одной рукой. Клищ. Так я вот и снимаю. Тебя уже не видно, надо будет выше подняться потом. Идете? Вау! Спускайте. Поехали. Я говорил, что там самое опасное место. Сам-сам? Где сам-сам? Сам-сам. Ох, ё-моё. А падать кто-то будет? Ой, напугал. Не, Саня, тебе хватит. Я без велика почти не шарю. Выключи эту балалайку. Авторские права нарушают. Ну, нажался, блин. Камни! Были. Он чисто у него сандали. Все, никто не идет. Нет, еще ни разу. Вчера такая горячая была. Села вот раз, рука, два, рука. Так, шух-шух-шух и все. И ты тут. Все просто. Раз,
Шук-шук-шук. И ты уже там. Тут вот ножки есть куда ставить. Хорошо. Да психуй давай, быстрее. Не, я пока... Неужели мне придется сказать, да простят меня мои подписчики? Оп! Там же камни. А что, мы пили, ели ее. Нормально. Я никогда не ела. И сразу за кроватку. Да, выглядит, как будто не на ринг выходит Сашка. Ты понял? Удар драконом. Он сам себя булькает, оно все в него летит, он булькает. Ненецкий в фильме «Скалолаз». Вершина! Не, надо вот так вот. Без страховки в альпийском стиле. Я думаю, вы не обидитесь, если я с вами лежа немножко поговорю. Классно все-таки тут на карьере. Шикарный такой местяк. Есть где и покупаться. И вид такой шикарный с утра. Есть деревья, можно вот так вот гамачок раскинуть. Полежать тюленям, отдохнуть. Места под палаточки есть. Плюс тут все так со всех краев обложены деревьями, и ветер не сильно задувает. Учитывая, какой сильный ветер сегодня и вчера был. А тут, в принципе, довольно-таки комфортно. Спалось немножко прохладно. Было немного такое. Я в ноги немножко подзамерз. И меня спасла, как бы это смешно не звучало, подседельная сумка. Я просто взял подседельную сумку, выкинул все с нее, сунул туда ноги. Потому что просто замерзал немного в ноги. А так, в принципе, все было путем. Корпоратив. На свадьбу или на день рождения. Ты тоже катишь? А, ты не, я прокатиться попробую. Двое выезжают. Им надо чуть раньше домой. Мы еще остаемся немного тут. Отдыхаем. Ну что, друзья, немного погода ухудшается. Мы собираем потихоньку наш базовый лагерь. И, как видите, немножко тучки стягиваются. Будем стартовать потихоньку домой. Нам спешить некуда, ветер будет попутный, так что все будет шикарно. Ну что, друзья, мы за собой убрали, оставили чистоту, выезжаем, стартуем домой. Сейчас там ребята еще фоткаются, будут меня догонять. И все, выезжаем в Новую Одессу, перекус и по трассе домой. Сейчас перекусили. Будем ехать домой. Душ. С водным чаем.
Хочешь фото до и после? Мы там все сфоткались. Просто. Там, где и тогда фоткались? Там, финиш на серой фотке. Все, обратно стали. Ну, сейчас красиво. Я уж не против. Идем сфоткаем. Смотри, какой фото классный. Идемте все там. Прям в фонтане? Было бы вообще шикарно. А еще если с великами? Так с великами? Так давай. Вон Тёма пошел, давайте уже. Вон Тёма влез. Давай, давай, Дуля. Давай. Вот так вот, друзья, закончилась наша покатушечка. Классно мы прокатились, отдохнули. Вообще я именно был в восторге. Прокатились всего 120 километров, зато столько эмоций, столько памяти, что не запомнится даже на 400 километрах. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. До новых встреч, друзья. Пока.